А, сейчас придумали только что? Вау, окей. Нифига себе. Привет, я Интерс Бусилис, а это «Говорим латвийский» на РУС-ЛСМ. Слово дня – «тикчис». Это слово появилось в латышском языке не так давно, вместе с развитием социальных сетей. «Тикчис» образовалось из двух слов – «патикт» – «нравится» и «икштис» – «большой палец». Переводится просто «лайк». Впрочем, многие говорят и на латышском «лайкс», но это считается нежелательным англицизмом. Так что… «Патик» плюс «икштис» – это «тикштис». Подписывайся на РУС-ЛСМ, ставь «тикшти» и говорим латвийский.